Привет всем! Сегодня 26 апреля, как и запланировано, начали выводиться цыплята-буройлеры смены 9. Вон они ползюкают там. Наклев есть, наклев хороший. Сейчас мы будем переселяться. Да, будем переселяться вот сюда и опять же дома. Не хочу пока их в сарай относить, пусть сидят дома. Тут уже пеленки, красная лампа. Температура будет у них первые дни 33 градуса. Поставлю им водичку с глюкозой, потом с аскорбинкой, потом чистенькую. Кушать первые сутки они точно не будут. Будут валяться, как санные матрасики. И давайте посмотрим, как они здесь. Здорово, ребятяги! Ой, услышали меня, да? Сейчас заберу я вас отсюда, заберу, потому что вы остальным мешаете. Ребятяги! Ну все, машите крыльями, говорите пока. Пока-пока-пока! Доброе утро! Улетел, выскочил. Ну-ка, вот они уже, ребятки, у меня вывелись. Не все. Часть еще в инкубаторе сидит. Сегодня 27 апреля. Время 8:10. Пьем воду. Комбикорм на полу. Сейчас планируем кормушку поставить. Скоро половина из этой кучи уйдет в новое хозяйство. Хорошие цыплята. Фу-фу-фу. Надеюсь, все будет нормально. Пойдемте посмотрим, что осталось в инкубаторе. Это шкурочки. Хорошие, чистенькие. Это переноска для цыплят. А тут-то. Вон один валяется. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ну, хорошо выводится, достаточно дружно. Начали вчера во второй половине дня. И сейчас вот, наверное, в ближайшие пару часов все выведутся. Чуть позже расскажу результаты. Сколько вывелось, сколько не вывелось и так далее и тому подобное. Еще раз пока.